В Ульяновской области прошла всероссийская историко-патриотическая акция «Диктант Победы». Основными темами диктанта стали блокада Ленинграда, освобождение Донбасса, Сталинградская и Курская битвы. Также в этом году были включены задания о Нюрнбергском процессе. Мы, педагоги 31-й школы, считаем, что это очень значимое мероприятие, так как, не зная своей истории, невозможно говорить о будущем, о том будущем, которое мы хотели бы видеть для наших детей. Диктант объединяет людей разного возраста и разных профессий. Одной из площадок проведения в Ульяновске стала школа номер 31 имени героев Свири. По квоте на учреждение было выделено 50 мест. Мне очень понравилось участвовать в данном мероприятии, поскольку вопросы были не только о самой войне, но и о кинематографии и книгах, снимающихся по данному событию. И считаю, что подобные мероприятия являются невероятно важными для подрастающего поколения, ведь они формируют наше национальное самосознание. Как отметил один из участников, ценность диктанта не в количестве правильных ответов, а в том, что граждане-ульяновцы приобщаются к общему делу. Диктант подталкивает к изучению истории и получению новых знаний. Когда в таких мероприятиях участвуешь, в тестированиях, хочется еще больше в это углубляться, еще больше изучать, тем более это все память, великие подвиги наших предков. Это, безусловно, является важным. В Ульяновской области «Диктант Победы» прошел на 137 площадках. Впервые мероприятия написали в Краеведческом музее, Дворце книги, Колледже культуры и искусства, Новоспасском технологическом техникуме. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ.